Всем привет, с вами Неломоп, мы играем Little Nightmares, маленькие кошмары, вторая часть, продолжаем играть. Я уже две записал серии, создал плейлист, ссылка есть в описании, если вдруг кто-то пропустил предыдущие эпизоды, можете там догнать этот момент. Сейчас мы отправляемся с вами куда? В школу, точно. Мы остановились на том, что мы бегаем в школе. Какие-то непонятно здесь ученики у нас ходят, бродят. Тут какая-то доска была. Как же тут? Попробуем. Меня люстрой придавило. И у меня был вопрос. У меня было непонимание, вернее. Зачем мне сюда было приходить? Чтобы просто там видеть школьника? Позвать? Как я могу это... Так, сохранилось. Допустим, брошу. Может быть, я должен сдалека бросить на это... И люстру! Точно! И на люстру наступить. А ну-ка, попаду на доску. Перебросил, кажется. Так, я, кажется, понял прикольчик. Прикольчик. А какая из этих досок была нужная для нажатия нам? Какая из них? Не знаю. А чё она не нажимает? А какая доска? Вообще. Вот это. Так утки что, не хватает веса для того, чтобы нажать на эту кнопку? Я не догоняю, я ведь... Или я должен сильно свысока прям попасть на нее? Наверное. Прям... Ой, божечки. Я, видимо, должен попасть прям уткой... На какую доску наступить надо? Давайте на... Будем отчет вести от этой большой. Раз, два, три, четыре. На четвертой. Кидаем? Нет, на четвертой нет. О, нажал! А если просто присесть? А если просто присяживаться, нажать? Можно надо присесть просто банально? А ну-ка попробуем. Оп. Нажмать. Жмякнул! О, помогло! А я-то думал, мне нужно попасть туда этим самым игрушкой. Значит, утка нам не нужна на самом деле. О, тут какие-то мелки. Какие-то карандаши, мелки. Бутылка, сейчас бутылкой запущу. Берем бутылку. Проверка! Она там не разбилась? А что за дверью? Тут еще есть бутылки, смотри. Ладно, не будем дверь трогать. Пойдем посмотрим, что тут. Ага, разбилась уже бутылка. Сохранение сработало. Школьные годы, школьные дела, школьная жизнь. Так, шкафчики подозрительные. Очень. Они все закрыты. На защелке вижу сверху. Угу. Кто-то в шкафу, может быть, спрятался. Как... О! Я как будто бы знал! Кто-то сидит в шкафу. Эй, кто здесь? А чего не хватает? А чего за другие хватало, а за эту не хочет? Кто здесь в шкафу сидит? Смотри, здесь берет, хватает. А здесь почему нет? Может, потому что мне нужно бахнуть молотком? О! Вот блин! О, дети безголовые! Забрали пацана! Пацанюру забрали от шестой. А я не могу выбраться. Как мне это сбросить? Выкарабкался. Чикс. Моно. Зовут пацана Моно. Вот это, конечно, было... Вот это, конечно, попандос был. Да нельзя в дырку залезть. Так, они Моно украли и утащили в левую часть. Я могу молоток взять? Сейчас их всем молотком зарафигачу. Молоток берем. А, иди сюда! А-а-а, схватил меня! Это куклы! Это не школьники, это какие-то куклы пластмассовые, либо пластиковые, либо с чего они там сделаны, не знаю. Но это явно не люди, это какие-то куклы, смотри. Он меня не видит. На! Я ему башку раскрошил! Офигеть! Так, идем еще поищем кого-то. Школота, выходи! Или куклы. А, вот он ковыряет там что-то, рисует. Сейчас получишь. О, черт! И меня, и куклу. И все раз. А куда я мог там спрятаться? Нажать на кнопку, возможно, нужно было. Так, могу ли я молоток подбросить? Нет, если я тут назад вернусь, что там будет? Интересно глянуть. Туда же утащили моего Моно. О, наверх уползли. И лестницу забрали! Они наверх уползли, гаденыши, и забрали моего Моно. Ну, блин, я вам отомщу. Так, ладненько.
Ладненько, давайте двигаться дальше. Значит, наша, по-моему, задача здесь довольно-таки простая. Крошить этих чуваков, голову им расфигачивать, этим куклам. Но здесь моментик немного непонятный. Давайте пока что молоток оставим. Какая-то доска здесь была. Может, мне под стол нужно заныкаться? Оп-оп-оп-оп-оп. О, я был прав. Ведро с чем-то. По-моему, там штукатурка или плитка, или все смешанное. Но явно... Он лягушку ковырял! Боже, какая жуть! Не, молоток я не оставлю вам. Я его заберу с собой. А что будет, если я по ведру молотком жахну? Бам! О, физика работает. Смотрите-ка, он лягушку ковырял. Сейчас я по лягушке бахну молотком. А ну-ка, она и так уже все. Она уже и так в другом мире. А ну-ка. Не попал. Наверное, так тут задумано, что нельзя по лягушке попасть. Гринпис, все дела. Ну, лягушка, вот же. Так, молоток поставь. А можно что-то с лягушкой нажать на нее? Подобрать? Не-а. Так, все. Ой, бумажка. Бумажку нам не надобно. Ой, я баскетбол чуть не сыграл в это ведро. Значит, мы можем сейчас на стол запрыгнуть. Но я туда, судя по всему, уже не смогу собрать этот великолепный инструмент под названием молоток забрать. К сожалению, мы с ним расстаемся. Так, кто-то сидит в шкафу. В третьем. Там что-то беленькое мелькнуло. И он, видите, защелка открыта. Кто здесь? Я знаю, там кто-то есть. Записки. Там кто-то трясется! Опять у меня какие-то вспоминания, это сохранение или что-то, я не могу понять. Какие-то черные штукенцы я подбираю, что это может быть такое? Так, а что-то не толкается у меня вообще. Говорите, что я тут залагаю. Там какие-то снимки, там что-то есть интересное, хочу это рассмотреть. Могу я ли я сильнее эту открыть? Там нарисована какая-то башня, от которой отходит излучение. И сверху две мыши висят на хвостиках. И какие-то фотографии. Есть еще одна, еще один шкаф. Что в этом шкафу? Рогатка, фотография какого-то мужчины в шляпке. Так, тут ничего хорошего, полезного я не наблюдаю. Замок, это лифт? Нам нужно найти ключ для того, чтобы активировать его. Так, тут все закрыты шкафчики. Кто-то ходит. Кто-то ходит там. Кто там ходит? Тут не открывается. Портфели вот. Кто там ходит? Кто там шумит? Кто здесь? Это раздевалка, да? Тут дети скидывают одежду, слышишь? О, там какая-то же учительница! Учительница! Я в школе же нахожусь. Она этим манекеном преподает. Покажите мне ее лицо. Хочу поближе ее рассмотреть. Приветики. О, приветики. Натравила на меня детишек. Ох ты, училка. Натравила на меня детишек своих. Топ-топ-топ-топ-топ. А если побегу? Указка бьет. Детишки, пошли вон. Пошли нафиг, отстаньте от меня. О, душат, я наверх ползу. О, шкаф. Куда вы меня задавили? С ума сойти. Вы видели, что произошло? Так, я, наверное, должен тут идти на стелсе. Я так побежал, рискнул, типа для эффекта. Но я, мне кажется, должен на стелсе двигаться. Так, она оборачивается. Чё? Заметили! Чёрт, бежим! Оу! Бежим! А-а-а! Зафигачили меня! А как я должен? Как она меня должна не заметить? Может, я должен бежать? Сразу же? Она иногда оборачивается, это я понял. Она иногда оборачивается. О, точку поставила. Смотрит, смотрит, смотрит. Повернись обратно. Я кому сказал? Я пошел. Тихонечко. Ключ сверху. О, Леника, что я заметил? Так, что-то я тут заметил. Тут можно дернуть, наверное. Калитку нашел. А почему она не берет ее? Почему я не могу ее вскрыть? Не знаю. Ладно, пойдемте. Во-первых, ну тут шкаф сейчас упадет вниз, если я за ключом полезу. А это что за дверь? Нет, не поддается. А это что за шкафчик?
очень тяжело. Они очень, видимо. А я могу здесь заныкаться? Проверяем, где я могу спрятаться. Если мы сейчас нашумим здесь, а могу ли я дверь прикрыть вообще? А, нет, не хватает. Пуки не хватает. Лезем наверх, короче, на шкаф. Придавило. Не понял. Но я сижу здесь. Каким образом я должен шкаф этот сбросить? А может с другой стороны толкнуть его? Нет. А как там? Оп. Сейчас нашумел же. Сейчас прибегут же, не бойся. Прячемся сюда. Быстро, 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 быстро. Пришла мадам. Боже, что у нее с головой? А-а-а! Смотри, что у нее с головой. Куда? Вот это у нее шея. Ищет меня, ищет. Вот это у нее шея. Мадам, вы чего? Заберите свою голову от меня подальше. Опа, то, что я хотел дернуть. Вот это учительница, жираф. Учительница жираф, я ее назову. Так, берем ключ. Ключик подобран. Хорошо. Вот это жираф, так жираф. Что, нам теперь в эту норку? Дверь захлопнула. Папки, документация. Покажите мне, что это. О, вот она стоит. А где я? О, я в шкафу. Ой. Тихо, тихо. Куда ты вылазишь? Назад. Назад, куда ты? О, боже, какая красивая учительница в кавычках. Какая же она красивая. Дети на меня будут реагировать, скорее всего. Теперь, может, мне надо двигаться, а дети на меня будут агриться? Будут на меня реагировать сейчас? Не знаю. Дети, по-моему, как будто бы в спячке. Спят на уроке. Дети на уроке спят. Учительница, боже, какая она страшная. Я за стол... Огрызок? Что она на доске рисует? Что там? Глаз. Ой! Тихо, тихо, тихо. Мел, у нее тут папки, какие-то книги. Куда, интересно, она сейчас пойдет? Я не знаю. Так, я лучше буду поддержаться от нее подальше. Учительница. А мне нужно куда вообще добраться? Тихо, 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 тихо. Она там кого-то ковыряет. Ну, мне, по идее, нужно обратно вернуться. Но как мне ее заставить бежать? Идти в ту... О, она пошла в ту сторону. Я тогда пополз. Все, мне жопа. Или нет? Или я... Я убежал! Я убежал! Я убежал! Я убежал, кажется. Не уверен, но я убежал. Фу, боже ты мой! Вот это урок! Открываем. Лифт, 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 лифт. Фух, убежал от нее. Сумасшедшая училка, с линейкой ходит. Вилка. Вилка, вижу вилку. Вилка, вижу вилку. Берем! Хватай ее! Бери вилку! Не хочешь? Там кто-то что-то пишет, что-то... Опять детская обувь. Вернее, обувь учеников. А что в окошке? Окошко открывай. Открывай окно. Кто-то что-то рисует. Кто-то что-то пишет мелом? Или мелками? Мелками! Мелом! Доска... Боже, думают... Ном! Или это не ном? Это не похоже на Нома. Это не настоящий Ном. Это кукла, которая одела колпак. У меня тоже такой есть. Слушайте, а если я такой же колпак сейчас на головной убор одену? Может, он меня за своего примет? Смотри. Я тоже свой. Чувак, я свой. А вон у нее там есть какой-то гаечный ключ. Он сейчас на меня нападет, наверное. Он на веревке! О! Колпак сбросился. Ага! Колпак отдай. О! Ух ты какой! Не, ну ладно, он меня за своего не принял. Я одену обратно свой пакет под этого Макдональдса на голову. Так, что? Будет на меня теперь постоянно бросаться? Оп-о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 п. А я в эту сторону убежал? А я могу его завалить вообще? Там вон там какая-то монтировка есть. А я сейчас попробую эту штуку подобрать. Мне жопа! И задушил меня! Но мне кажется, есть... А какой кнопкой? Пробел! Мне кажется, у меня получилось бы его завалить. Он должен на меня бежать, среагировать, упасть навзничь. Смотри, бежит на меня. О, схватил!
Нет, не схватил. Перепрыгиваем. Бежим, 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 бежим. Берем. Пробил. А, черт! Не получилось у меня. А я хочу его завалить, он меня бесит. А может, можно мне даже этот инструмент дальше пригодится? Смотри, оп, назад. Колпак сбросил. Вали его! Бей его! Бей его! Так, он на веревочке у нас привязанный. Бум-бум-бум. А если я возьму и попробую уйти? Убежать. О, как он допрыгнул! А я приостановился, я думал, что у него не хватит прыжка, честно говоря. Так, мне кажется, это реально все сделать. Надо этот ключ от него утащить. Оп. Так, бежим, бежим за ключом. За трубой этой. Берем. Пошли, 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 пошли. Есть, а теперь я его потушу. На! Ха-ха-ха-ха! Потушил, чувака! Хочешь еще? На, еще. А, не попал. Ты смотри, тут рисует художник. Че, альбом не купили родители? Чешо. Так, ага, вот для чего мне нужно было это, чтобы я доски смог разломать. Как этим самым, как топором там было вначале. Дальше мне эта штукенция еще может пригодиться. Не буду пока выбрасывать. Хотя, судя по всему, тут надо теперь просто наверх куда-то лезть. Шляпки Номал. Гляньте-ка, обратите внимание. Могу там сцепиться как-то. Вантус. Шляпки Номал. Лезем наверх. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Оп. Кто-то там стучит. Кто стучится в дверь моя? Кто стучится в дверь моя? Ой! Бутылки. Это училка? Это, походу, училка. Быстро, быстро, туда, в ямку, в ямку, в ямку. О, боже, она сюда свою голову, жираф, высунула. Училка-жираф. Пошла вон. Я пошел себе тихонько. Училка, жираф. Тут еще одна банка. Как мне аккуратно ее поднять? Так, не надо ее сбрасывать вниз. Я могу, в принципе. А ну если она меня словит, что будет? Ради интереса. Эй, училка, вот он я. Как она будет ловить? Какая будет анимация? Она меня сожрала! Она меня съела! Сумасшедшая училка! Жираф. Не, ну я должен был посмотреть, как она меня сожрет. Мне же было интересно этот моментик заценить. Так, ладно, идем. Идем, идем, идем. А, бутылки полетели. А могу ли я ее бутылкой завалить? Так, быстро в норку, в норку, в норку. В норку. Одна бутылка вон слева, одна вон там. А если я ее сейчас с ума сведу этими бутылками, сразу две сброшу вниз. Как она отреагирует, интересно? Так, все, выходим. Вот тут есть еще бутылочка. Берем эту. Опять ее, кажется, я ее опять сюда приманил, да? Я на доску наступил, мне показалось. Да она опять свою голову сюда притянула. Ну и мерзкая рожа. Ну и страшная. Еще и с линейкой там своей бегает. Так, берем баночку, пошли. Зачем я эту банку с собой ношу? Без понятия. Она там линейкой стучит. Сумасшедшая, сумасшедшая. Так, ставим. Пошли, сбиваем все. Буцаем, буцаем. Сейчас две сразу бутылки. Две запустил туда ей. С ума ее хочу свести. Эту училку я доконаю сегодня. А куда мне дальше идти? Интересно, она меня найдет? Вряд ли. Я себе сижу тихонько в коробке. И чего? Подожди, может мне надо... А, ну на штору надо прыгнуть. Ну логично. Оп, и наверх. Я пошел. Это штора ведь, так? Эта штора не первый раз уже нам встречается в игре. Когда мы в школу только-только пришли, то эта штора нас уже однажды выручила, когда помогла нам добраться. Так, подожди, это коробка, в которую я смогу спрятаться, если что? Да, здесь можно будет заныкаться. Хорошо. Значит, нам сейчас нужно доску эту кинуть и, наверное, быстро бежать в коробку. Я правильно понимаю? Потому что мы сейчас создадим снова шум. Бежим. Быстрее, 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 коробка! О, быстрее, галше! Я ползет на третий этаж! Залазь коробку! Вот она опять здесь! Ой! Какая красавица! Боже мой, выходи за меня! Так, пигулки, карандаши. Так, всю жизнь мечтал про такую женщину. С такой длинной и изящной шеей.
Так, а что тут за игрушки? Так, идем потихоньку по доске. Нам в дырку надо попасть сегодня. Чикс. Это она там ходит? Лезем, лезем, лезем. Чик-чик-чик, где... А, видимо, она там сверху где-то ходит. А это где я? О, это она! Я в какой-то библиотеке. Или в какой-то кладовой, где книги. Так, хорошо. А куда мне тут дальше девать себя? А вот тут сбоку, кажется, можно спуститься. Аккуратненько, нет? Ай! Так. Так, тут еще аккуратненько. Оп! Лестница, которую нужно подвинуть и, наверное, закарабкаться вон туда. Тут я... А нет, тут могу... Нет, не хватает силёнок. Лестницу надо двигать. А где я буду прятаться, если я буду двигать лестницу? Это же будет шум, наверное, создавать эта лестница. И как мне её двигать? А, вот там. За этими палками прятаться? Приседать не могу. Пока вроде все спокойно. Я даже ее не вижу нигде. Бомбить. Так, лезем. А где она? Куда она пошла? Сохранение. Книжки упали. Куда прятаться? Наверх, обратно. Что ли? Не знаю. Куда прятаться? Где она? Я не знаю, где она. Очкова. Очковая кобра просыпается у меня. Так, книги. Я все понял. Беги! Скользи! В дырку! О, вниз, 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 ой, мамочки! На книжки цепляется! Вверх, куда? Куда, куда, куда? Туда, в сторону. Вверх, выше, 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 выше. Опа-па, понял, 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 понял. Там где-то можно, где-то нельзя. А-а-а! Сломался на книгах! Куда мне там нужно было убегать? Где я? Ага, вот здесь, все, понял. Наверх. Там где-то... Видели, как она на меня как сумасшедшая набросилась. Так, может тут надо ниже спуститься? А вон она. Вижу. Может нам руку повыше? О, тихо. О, зацепился. Книжки посыпались. Блин, книжки посыпались. Смотрит такими глазищами. А, в другую сторону ныкаемся, ныкаемся, ныкаемся. Выглядывать, выглядывать. Тихо, 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 тихо. Тихо, да куда ты свою голову сунешь? Убери голову свою! Убери свою шею длинную! О, господи. Ой-ой-ой, теперь уже с той стороны. Ищет, ищет меня. Ищет меня, ищет, ищет. Сыщик, сыщик, слушай. Ай, мя-мя-мя-мя, она пошла! Старая кляча, смотри какая. Куда она пошла? Лучше подальше заныкаюсь тут как-то. Она дверь какую-то открыла, по-моему. Повыше закарабкаюсь. И сделаю прыжок. Оп. Есть. Сохранение. Так. Боже, когда она на меня выпрыгнула, я чуть... У меня чуть сердце в пятки не ушло. Так, что здесь у нас? Тут коробка, которую я могу залезть, если что. Ну, какая-то сомнительная такая нычка. Дверь, которую она зашла, так? Которая, соответственно, мне не поддается. Здесь что? Коридорчик. Коридорчик, который меня никуда не приведет. Здесь что? Она же отсюда пришла. Может, мне туда надо повернуть? Тут какой-то тупик. Подождите-ка, я не понимаю тогда. Как мне теперь туда выбраться? Куда мне вообще бежать? Может, просто наверх ползти? Тут какая-то лестница, книги без конца. О, сверху там есть какая-то... Сверху вон есть какая-то вентиляция. Но я тут никогда не могу залезть. Лестница не по... Я тут не понимаю пока что. Как мне тут подступить? Где-то должен быть какой-то проход. Как это так? Тут никуда не залезть. А эти книги, что с этими книгами? Что-то подозрительное, да? Что за книги это вот? Зачем они здесь расположены? Ой. Он их не толкает. Или она... Ну а для чего мы тут? Явно туда нам не нужно. Где-то надо найти разгадку этого всего дела. Ой, она тут опять. Подождите, а что она здесь? Она должна была уйти в дверь в эту. Так, ладно.
перед нею двери сами открываются, вы видели? Она даже не коснулась к ручке, двери сами открылись. Может, мне надо просто на ручку зацепиться, подпрыгнуть? А я что-то не подумал про этот момент. А я не допрыгиваю. Мне нужно что-то, чтобы сюда пододвинуть, чтобы я мог зацепиться... О, а тут, по-моему, какой-то след от этой коробки. Ага, вот, точно. Есть след. Она не слышит, что я тяну коробку? Не знаю. Но мне кажется, что этот шум мог бы ее насторожить. Так, а ну-ка теперь за ручку. О! Милая! Я дома! Или нет? Тут снова что-то горит в этой... Она вечно что-то сжигает. Тетради, что ли, жжет? Там что-то дымит. А это как будто пропускной какой-то пункт. Слушайте, это дом из первой части, где была эта Шахерезада, царица вот эта. Или как ее, это принцесса? Очень напоминает мне тот дом. Из первой части. Тут еще была такая маленькая Вот она, замок. Чего? Не понял. Повторочка? Эту же локацию решили разработчики использовать или как? Или мне... Или это похожее только все? Не понимаю пока что, к чему это все. О, банки. Могу сбросить, в принципе. Веревка. О, вспоминания. И, ну, я называю их почему-то вспоминаниями. Это какие-то чудики непонятные. Я могу бутылку кинуть, но я не знаю, чем это для меня обернется. Ну, давай брошу одну. Ничем. Никто на меня не напал. Никто ко мне не пришел. Часы раздолбанные вон лежат. Время указывает. Нам, наверное, это не нужно знать. Там замок был внизу. Это что? Это шахматы? А почему такие большие? Надо прикрутить, наверное. Это, по-моему, тура. Или не тура. Так, надо ее двигать. Тихо. Обратно помести. А я должен, наверное, прям с нее как-то прыгнуть, я так считаю. На ручку. Пешка-то. Шахматная доска. Прикольно. Они такие большие фигуры. А кто этими шахматами? Кто в эти шахматы? И карты валяются малые. А кто в эти шахматы? Кто играет в эти шахматы? Привет, кукла. А, подождите-ка. Это к шахмате привязан один персонаж, мальчик-кукла. И ему коронку сверху прицепили. Типа это король или это дама? Я не могу забрать у него ничего. А вон сверху это самое, это головной убор? Или это нужно мне прицепить на шахмату, чтобы сделать шах? Наверное, мне нужно прицепить этот шахмату туда. Вижу меч есть какой-то вон на полке, подозрительный. И шкаф, это тоже мне не внушает доверия. Фигуры. Могу ли как-то на них взаимодействовать с фигурами? Мне кажется, что мне нужно прикрепить даму сюда, и мы сделаем шах королю. Ну, как по правилам шахмат. Карты валя... Рогатка, а ну-ка. Нет, рогатку не подбирают. Ого! Глаз. Глаз, это в этой игре явно что-то означает важное. О. Зачем я его тяну? Опа, какая-то комбинация. Ага, комбинация шаха и мата, судя по всему. Тура. А, я могу вернуться обратно и взять... или не могу, подождите-ка. Я же запрыгнул. Дверь открыл, соответственно. Я могу вернуться обратно и взять шахматную голову. Туры. Там была подсказка, как мы можем сделать шах и мат, соответственно, королю. Значит, здесь было... И, тура же называется. Ну, это типа... тура. По-моему, тура. Вот. И мы типа делаем сейчас ему шах королю. Но не мат. Теперь нужно... А это что такое? Если бы это был бы конь, я бы еще понял. Но это же дама, это король, король... Не, короче, вот так нужно расположить фигуры, я так понял. Надо... Так, а вот фигура, собственно. А стекло? Ничего стеклом не надо сделать. Нам нужно просто забрать... часть. А как мне... О, гляньте-ка, там сверху портрет. Обратите внимание, вот сейчас я нахожусь над ним сверху. И там стрела в башке. И какая-то девчонка в шляпке Нома. И еще какой-то странный мужик с усами.
Так, эту нам нужно на угол, на левую часть поместить фигуру. Но как мне добраться до того стола наверх? Чем-то сбить надо его. Но чем? Так, это так было на рисунке. Может быть, кинуть туда какой-нибудь бутылкой? А он разве докинет? Это слишком... слишком слабый бросок. Лампа... лампу как-то пододвинуть, по лампе пробежаться. Нет, столик, ножки. Он не допрыгивает, чтобы зацепиться. До меня дошло! Снимаем вот это. Ставим вот здесь, временно, допустим. Берем от туры подставочку, на которую я могу запрыгивать. Установим его вот здесь. Запрыгиваем. Догадался? Короля. Или что это? Это дама, по идее. Значит, это вот сюда. По идее, это дама. Тогда получается, дама... Мы должны даму загнать в ловушку. Дама одна. Потом тура делает тоже... шах. И получается, тут наискосок оно бьет, а почему тогда... А, чтобы она не могла уйти! То есть, все понятно, чтобы дама никуда не могла уйти. Если она уйдет сюда, то ей тут, тут ей шах. Тут ей на этой стороне везде шах. Мы должны... Все, понял. И она не имеет хода. И у нее теперь лампочка загорелась сверху. Видели? К чему это? Начала как-то она моргать странно. А нам сюда или не сюда? Окно. А, ждите-ка, а что мы активировали? Свет активировали. И для чего? Лампа горит сверху. А, я должен туда наверх той лампочки добраться? Но я могу через эту фигуру, наверное, туда наверх залезть. И мне что, нужно... Ой! Это рычаг! С ключом. Тайная комната. Маленькие кошмарики и тайная комната. И кто-то нарисовал собаку, которая писает. Ногу подняла. Дед мой, это хвост сначала, а потом понял, что она писает. Ключ и утка. Уточку заберу. Спасем утки. Уток. Пускай тут на шахматной доске будет. А куда этот ключ нужно применить, я не помню. Где там была дверь какая-то? С замком. Внизу. Все, вспомнил. Кто-то ходит? Мне показалось. Какая-то тень. Мне показалось. Тут внизу справа была дверная скважина. Ой, сейчас до сохранения доходим. Наверное, сейчас я дверь эту открою. И ролик подходит к концу. Полчаса прошло. Надеюсь, вам понравилось, как я проходил сегодня. О, сохранение. Вон, глаз моргает. Это были маленькие кошмарики. Мы сегодня вплотную познакомились с учительницей. И... К сожалению, серия подошла к концу. Ссылка в описании на плейлист на предыдущие серии имеются. Приятного вам просмотра, если кто вдруг не видел их. И увидимся с вами завтра в следующих сериях, в других видеороликах. Всем пока-пока.